оглядывая Фройдный путь, не перестаешь удивляться тому, что он лежит всегда на вершину. Так же, как это было с Тибетом, чтобы достичь определенного восхождения, необходимо пройти все тропинки, которые ведут вверх. Так же было и с поиском места захоронения Хамбалама и Тигелова. Чтобы найти его, необходимо было зайти на вершину холма. Так же и здесь место, к которому мы направляемся, лежит на самом верху старого холма в достаточно древней деревне под названием Хайгейт. Место, где находится старое лондонское кладбище с одноименным названием. Место, где по преданию хоронят вампиров, и место, которое окружено некоторой дымкой загадочности.